Вітаю словотичан. Сьогодні в нашій студії директор комунального підприємства дорожньо-експлуатаційне управління Сергій Шершень. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю вас. Минув 2021 рік. Як ви оцінюєте роботу вашого колективу і що приємного було в минулому році? Приємного минулого року було дуже багато. Було дуже багато роботи, це саме приємне, що є. Ось. Хочу напомнити, що на обслуженні нашого підприємства знаходиться порядка 70 кілометрів дорог. Це 677 тисяч квадратних метрів на сьогоднішній день. Всі свої обов'язки по виконанню цих робіт, по підтриманню дорог, по ямочному ремонту і по нанесенню розмітки ми виконали всі в повному об'ємі, на всі 100%. На сьогоднішній день у нас на підприємстві порядка 60 человек в течение года было. То есть было больше, было меньше, но в среднем 60 человек. Средняя зарплата 10 945 гривен. Зарплата, задолженности у нас на сегодня нет. Все работники обеспечены у нас спецодеждой. Вот. Ну а сейчас чуть подробнее. Я так думаю, все заметили, мы в прошлом году большие работы проводили в Тбилисском квартале, Добрынинском квартале и в Белгородском квартале. Заменили мы 600 новых плит положили, вот, бордюров 233 метра погонных и асфальта 1913 метров квадратных. Переложено старых были, выравнивали мы дорожки из плит, которые у нас есть, и переложили порядка 2500 еще этих дорог. И выравнивали также бордюры, которые у нас там были все перекручены. 243 метра тоже погонных уложили. Также мы сделали, занижали переходы, вы все видели это по дружбе народов и по фестивальным. 30 таких переходов мы сделали. Ямочный ремонт мы провели на 4338 метров квадратных. Отремонтировали злополучный перекресток Новиськових Будівельників, который у нас был на выезде из города. Вот, многие года на него жаловались, мы своими силами в рамках тех денег, которые у нас были выделены, мы провели его ремонт. И там уложили, получается, 740 квадратных метров асфальта. Заменили 15 знаков, новых установили, 8 стоек также. Линеприемники 20 штук уложили и разметку нанесли на 2918 метров. На сегодняшний день какие у нас проблемы? Это, конечно, меня не устраивает то, что недостаточная зарплата, вот, и плачевный стан нашей техники, спецтехники. Ну, что радует, в этом году мы планируем все-таки начать покупать новую технику, это мы хотим купить экскаватор один и хотим купить мини-погрузчик типа Бобкета. То есть это уже большое продвижение, я этому очень рад. За прошлый год у нас, значит, витраты які были. На сырьевые материалы мы потратили 3,5 миллиона. Это асфальт, это щебень, это песок, это все составляющие, цементы, 3,5 миллиона. На топливо 2 миллиона 265 тысяч, на запчасти 508 тысяч. То, что меня не радует, это говорит о том, что у нас все-таки техника очень плохая на сегодняшний день, которая требует постоянного ремонта. В прошлом году у нас было тоже порядка 500 000 потрачено на ремонт техники. Это большие деньги, которые могли бы уйти совсем на развитие наше. Вот. Эксплуатация и аренда помещений наших, которых мы занимаем на сегодняшний день, это 332 тысячи. То есть отопление, освещение, вот, мелкий ремонт какой-то. Реализация наших работ в прошлом году. Общая 12 миллионов 21 тысяча. Ямочный ремонт это у нас 2 миллиона 900 тысяч у нас по тендеру, который был городом проведен. Обслуживание и утримание дорог 3 миллиона 259 тысяч. Ну и на, вот я говорил уже, на дорожные знаки и разметку 250 тысяч у нас. Было, это то, что мы заработали. На занижение потрачено 1 265 000, это вот, который я говорил, 30 переходов у нас. Восстановительные работы для других предприятий мы восстанавливали асфальтное покрытие после водоканалов, ЖКХ. Ремонтных работ каких-то, то есть тоже на 469 тысяч. Ну и хорошие, скажем так, у нас
статья дохода, это мы оказываем транспортные услуги другим предприятиям, физлицам, юрлицам, всем, которые заказывают это, на 3,5 миллиона мы тоже оказали таких услуг. И на инши послуги 378 тысяч, это мы обрезка деревьев, площадки детские делали, спортивные площадки делали, вот тоже заработали. Прибыль наша в этом году, конечно, смешная, там 40, порядка 45 тысяч, но тем не менее, хочу обратить внимание, в прошлых годах тех, которых там, скажем так, в самом начале нашей работы, там были убытки чистые, а сейчас хоть небольшая, но прибыль, но еще раз говорю, если бы все-таки мы больших денег не тратили на ремонт, на запчасти, это было бы, конечно, более другое положение, которое бы нас больше радовало. На сегодняшний день есть то, что есть, но перспектива работы предприятия на сегодняшний день я ее вижу, план у нас есть, мы понимаем, куда двигаться, мы освоили несколько новых технологий по ремонту, по проведению ямочного ремонта, мы где, скажем так, много ям на дорогах, мы стараемся все-таки делать это, вырезать больше, не чисто ямочный ремонт, а латочки делаем побольше, то есть до 30 метров мы уже вырезаем. Это было и на Героев Днепра, можно было это видеть, да и по дружбе мы тоже делали большие, Киевский проезд. Вот. На сегодняшний день то, что мы видим после зимы у нас будет, работы очень много, это дружба народа очень сильно поползли, дорожное покрытие, поэтому работы у нас хватает очень много. И обращаю внимание, что это небольшой коллектив, который занимается таким большим объемом работ на сегодняшний день. То есть на дорожном участке у нас работает всего 12 человек. Поэтому стараемся везде успеть, вовремя. Все зависит еще тоже у нас много от погоды. Вот. Финансирование худо-бедно у нас как бы есть. Стараемся. От ви згадали про заниження, власне, бордюрів і про те, що будете продовжувати роботу в цьому напрямку. Багато нарікань від слободичан про те, що під час дощу або після зими збирається вода якраз у цих місцях, де занижені бордюри. Чи можливо вирішити це питання, чи працюєте ви в цьому напрямку якось? Така проблемка є не везде. Это я могу на пальцах перечесть, где эта проблема есть. Да, там немножко ниже асфальт, старое покрытие. Если его выровнять тоже большим каким-то куском, то будет и от этого можно тоже уйти. Но мы стараемся тоже очищаем эти, у нас всегда эти переходы чистые. Вот очищаем, да, и когда вот, скажем так, температура поднимается, немножко вода идет, да, есть. Но мы стараемся это тоже убирать, поэтому сказать, что это прям какая-то проблема непреодолимая, я бы так не сказал. Угу. Серед проблем ви згадали зарплатню, власне, відносно невисоку, і проблеми з транспортом, так? Ну, не з транспортом, з технікою, а з технікою, так. Да, да. А, власне, з якими ще проблемними моментами ви в своїй роботі зустрічаєтесь і як їх вирішуєте? От що, можливо, якесь проблемне питання ви вирішили минулого року, чим, власне, пишаєтесь? Ну, пишеться, ну, у нас є, я ж говорю, технологію от ми нову отработали по ремонту ямочному, большими латками закрываем, это и держаться будет дольше, и ломаться не так будет, и я уверен, что, скажем так, это и более приятно ехать автолюбителям нашим по городу, если все-таки таких ям не будет. Ну, это вот технологическое такое новшество, то, что я так навскидку могу сказать. А так, ну, основное это, конечно, недофинансирование, как бы нам хотелось, вот, постоянно удорожание, вот, мы не закончили ремонт, допустим, в Белгородском квартале асфальт и в Добрынинском асфальт мы не доложили в прошлом году. После того, как поднялась цена на газ, очень увеличилась стоимость асфальта. И это постоянно вот цены растут на топливо, на асфальт, и мы не угоняемся за этим. На год мы планируем в начале года с одной ценой работать, в конце года получается совсем другая цена на эти материалы. Поэтому вот в этом проблема. Но с этим бороться нам, скажем, на нашем уровне. Ну, нет возможности бороться с ценами. Вот. А так, коллектив у нас хороший, дружный. Вот.
ну, не знаю, мені приємно з ними працювати. Угу. І якщо говорити про 2022 рік, який вже настав, які, власне, плани, особливо зважуючи на те, що якраз от саме зараз скоро розпочнеться сезон саме ваших робіт, які у вас плани? У нас плани великі в цьому році теж, закрити не менше по ремонту, такі ж порядка 4 тисяч квадратних метрів закроємо. Что мы хотим в этом году начать более, скажем так, масштабную работу, это по замене бордюра. У нас в городе очень плохие бордюры. Небольшие деньги выделены были, но тем не менее выделены эти деньги на ремонт бордюров. И как только у нас позволит погодные условия, то есть с марта месяца мы планируем уже по бордюрам начать работать по городу. Вот. А так будем, как и в прошлом году, я надеюсь, и занижения делать, и улучшать их. Вот, вот пока так. Ждем тоже, вот сейчас проведем торги, тоже проблема еще тоже, все эти торги, это очень долго, это затягивается, это надо заблаговременно, а мы еще там не все знали по возможностям финансирования, как это все будет выглядеть. Вот, ну, сейчас начинаем все вот эти вот чисто финансовые работы по проведению торгов на закупку и топлива, и асфальта будущего. Вот, и я надеюсь, по асфальту с апреля месяца тоже начнем работать по городу. Вот. И еще там у нас, я еще, депутатская группа не определилась у нас, какой квартал мы будем делать, вернее, два квартала еще. Ну, вот как делали мы Тбилисский квартал, Белгородский. Еще два каких-то квартала будем в этом году точно так же делать, как и в прошлом году. Так что я надеюсь, что все будет, и город преображаться будет, и предприятия работать, и многие будут довольны, надеюсь. Добре, дякую, що завітали до нас у студію. Успіхів у вашій роботі. Славутичанам гарного настрою і до нових зустрічей. Всього хорошого.